Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. Так, забираем с тобой руны и смотрим, есть ли у нас события. События есть. Друзья мои, парящий сюрприз, и он закончится через 3 дня. Давай тогда я, наверное, сразу зайду сюда. Так, посмотрим, на сколько заходок. Так, по ходу дела на пару заходок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Нет, ребята, не на пару заходок, а на 3 заходки. На 3 заходки. Успею ли я? Вот в чем вопрос-то. Ладно, давай начнем прямо сейчас. Давай начнем прямо сейчас. Потратим 5 энергии. Завтра, я не знаю, может быть, есть только перед работой попробовать. Хотелось бы, конечно, пройти события. Уже давно их не было у нас. Почему, ребята, я и говорил вам. Так, ну что, 2 дракона, 2 волны, да, будет у нас. Так, атакуем. Блин, наверное, надо было все-таки чудовище это бомбить мне. Оно все-таки поопаснее, мне кажется, будет, чем этот. Сейчас посмотрим. Так, этого добили. Здесь броню сняли. Фаербол, да, все-таки выпускает. Понятно. Да, выпускался он фаерболы. Так, и на 2-й волне, ребята, аж 3 сразу дракона. Ну что я тебе скажу, наверное, будем хиляться сейчас сразу же, да? Потому что у Кривокрылка мало здоровья было. В первую очередь уничтожим с тобой чудовище. Так, этот еще и усиление атаки поставил себе. Этот усиление атаки поставил. Ну, так как это последняя волна, в принципе, переживать особо, ребята, не стоит. Он один, да? Змейковюн, ё-моё, злобный змеевик. И мы его сейчас уничтожим. Того. Ну-ка, ну-ка, плод мудрости. Давно нам не выпадали ни плоды, ничего такого. Так, забираем с тобой 600 тусклого янтаря и двигаемся дальше. Но если у нас на 1-й волне было 2 дракона и 2 волны, я думаю, что во 2-м этапе то же самое будет повторяться. Ага, сородич шепота, и также, я смотрю, здесь громобой. Ну, естественно, он ходит первым. Мы его тоже будем, ребят, первым атаковать. Так, сдули. Ну, громобой у нас идет страж. Атака у него не очень сильная. Но зато он, ребята, довольно крепкий. То есть его так легко просто не пробить. Вот смотри, сколько мы с тобой делаем заходок. Это 2-я заходка, ребята, идет. И вот только со 2-й заходки мы его разнесли. Такс, ну я, наверное, начну опять же с сородича. Вот это, ребята, как вот и действительно выглядит как шторморез. Мой вот шторморез какой-то, блин, не то не сё. Вот как должен быть шторморез, действительно, с электричествами, гроза, молния, все. Вот это шторморез, а у меня какой-то жалкая пародия штормореза. Ну что, прощай, родной. Так, смотри-ка, нам здесь прилив сил достался. Значит, там плод мудрости, здесь прилив сил. Неужели здесь опять какой-то трэш у нас будет? Так, загадочный пак. Следующая награда, которая у нас будет. 3 волны, что ли? Нет, 2 волны. А почему здесь тогда одного его засунули? Нет, это хорошо, что он один. Но почему они так сделали? Фух. А тут их 3, да? 2 ужасных чудовища плюс Хоферсон. Давай-ка мы, наверное, сейчас с тобой... Одного надо быстренько уничтожить. Вдвоем они тут нас заплюют просто сейчас своими фаерболами. Блин, что-то, ребят, такой ветер на улице сильный, аж... Как тебе это объяснить-то? Окно закрыто, аж через щели продувает, блин. Так, только не трогай, пожалуйста, Бартика, а? Так вот. Добьем? Нормально. Ну что, Хоферсон, все, ты остался один-одинешенек, и мы сейчас будем
ставит на тебе крест. Тут тебе уже ничего не поможет. До свидания. Так, древесина, 75 миллионов. Ну, конечно, конечно, мало, друзья мои. Чё ж поделаешь. Забираем загадочный пак. А последней окончательной наградой будет у нас тусклый янтарь. Вот так вот. Ну что, посмотрим, что нас там поджидает впереди. Еще раз говорю, ребят, чтобы пройти это событие, нам придется 3 дня играть. Так, опять один. И волны 2. Две волны — это самое оптимальное, друзья мои. Когда вот начинается 3 волны, вот тут уже начинаются у нас траты. Траты именно вот. Прилив сил по фруктам. Потому что очень тяжело сохранить все здоровье до 3-й волны. А особенно если когда все 3 волны идут по 3 дракона. Очень сложно, ребят. Не применяя вот, извини меня, наши способности, наши вот эти вот овощи и фрукты, блин, приливы сил и тому подобное. Да и я бы скажу честно, даже это нереально сделать. Потому что один хил, он, ребят, он не вытянет всю команду. То есть мы как бы лечим, но, ну, видишь, ну, уже половину здоровья, ребят, он просто одним своим пшиком половину здоровья отнял. Вот этот вот охламон. Понимаешь? Вот. А энергия у нас, как я смотрю, не особо жалует копиться. Тем более быстро, как мы это хотим. Ладно, победа. Так, нам выпадает еще один загадочный пак. Ну что, последняя ходка. И 1400 тусклого янтаря будет у нас в кармане. Я, кстати, не посмотрел, а какой главный приз-то в этом событии? Так, сколько их здесь, двое, да? Душители, оба. Блин, два душителя. Со своими теневыми атаками, причем довольно мощными. Ну, раз они оба душители, начнут, и, пожалуй, вот с этого. Так как этот у нас шустрик, и против шустриков мы быстренько с тобой можем разобрать. Так, готов. Видишь, я о чем тебе и говорю, что мочат они очень жестко. Почти уничтожил. Барсик почти не жилец, ребят. Ну, уже, наверное, не жилец. Так и есть. Нет смысла мне пока это ставить. Давай, наверное, вот так бомбанем. Промахнулся. Ну, сейчас нам придется как специально, а, сделал. Под конец он звезданул понижение атаки. Громель, насколько я помню, на 3 энергиях, ребята, будет, естественно, наяривать нас своими фаерболами, скорее всего. Да у него и так-то атака, блин, не сказать, что слабая. Но Кривоклык в любом случае, ребята, его распишет. Что бы он сейчас тут не делал. Все, прощай, Рад. Опачки. Нам еще и необычный пак сегодня достается. Хм. Замечательно получилось. И 1400 тусклого янтаря. Давай в копилочку. Окей. Все, на сегодня, ребята, по испытаниям Game Over. Так, заходим сюда, смотрим. Лавка самых щедрых предложений. Хоть бы не смешил меня, блин. Самых щедрых предложений. Вот эти штуки нам нужны, ребят. Я уже вам неоднократно об этом говорил. Так, что нам тут выпадет? 20 рун. Ну чего ты там притулился-то? Блин, у меня даже не хватает древесины, чтобы его отправить. Ну, как так-то? А где мы можем древесину с тобой надыбать? 27 миллионов. А почему ты-то у меня не... Блин. Очень интересно. Почему... Так, где мой фейерверк? Вот фейерверк, ребят, наш спаситель по древесине. Это было ожидаемо. Меня этим не удивить. Забираем. Продолжаем
попытки прокачаться. Все старое, избитое. Давай бесплатно. Они дают то, что у нас уже есть. Так, вперед из песни. Иди прокачивайся. Так, где у нас листочек? Пускай дальше идет. И зеленая смерть. Так, ну что, с этими ребятами вроде бы все понятно. Мы их отправили. Да не буду я болтуна, ребята, отправлять. Он приносит мало, блин. Фигня полная. Просто полная дичь какая-то. Приносит по мизеру. Древесины, блин, мало еще. Даже не знаю, что сделать. Так, повысить уровень. Нам надо его до 40 уровня, блин, прокачивать этого кипятильника, чтобы у нас дальше пошли задания новые. Так, тусклый инвентарь. Давай-ка мы, наверное, сейчас переведем в блестящий. О, аж 3 штучки. Нормально. Так, и с этим нужно громыли. Давай бесплатно. Поиск башни. Давай бесплатно. Разделитесь. Тоже бесплатно. И... ну, конечно, тусклый янтарь. Конечно, зачем нам давать 564 миллиона древесины, когда тебе вот тусклый янтарь. Иди радуйся, как говорится. 2 шестеренки. Ну что, Грандинда, давай я тебя тогда отправлю в приключение. Сноглток. А что там за награда вообще? Так, в драконьем крае поступил Сноглток. Испортит ли праздник незваные гости? А здесь? Блин, за 350. Ладно, фиг с ним, пускай летит. Так, давай откроем с тобой наши паки. Так, так. Острокоготь. И сколько у нас их уже, ребят? У нас их 2 штуки. Так, рыбу. О, у нас рыбы. У нас рыбы фулка. Ничего себе. Ужасное чудовище, шторморез, крылатый ужас. Так, подожди-ка, если у нас дофига рыбы, значит мы можем... ать! Сколько? 1188. М-да. Блин, я кривоклыка забыл. Он уже на задание улетел, все, ребят. Давай тогда 300 лямов. Просто вот так вот тюх, с одной, блин, вспышки. 300 лямов, ребята. Офигеть. Иди в бухту драконьего края. Здесь заберу награду, пожалуй-ка я. Ну и что там у нас выпало? Покажите мне, пожалуйста. А выпало у нас поле для игры в булавы и когти. Обалдеть, у них игры тут. Пускай стоит. Булавы и когти. Так, а что ты стоишь у меня тут? Грустненький такой. А ну-ка давай-ка быстренько за железом метнись. 123. Совсем немножко, ребят, не хватает, чтобы ему максимально 124 уровень прокачать. Так, тут мы открываем пак. Естественно, ребята, обычный шторморез. Пристеголов, громоль, злобный змеевик. А начинаем открывать следующий. А здесь забираем загадочный пак. Загадочный пак. Крылатый шторморез. Ну, как-то так. Рыбу я заберу. Загадочный пак я открою.
Ну ничего такого, чтобы, знаешь, было ох и ах. Ничего такого. Фейерверк там что-то кружит, кружит, кружит. А где мои? Вот они. Конечно, очень тоже мало, ребята, они приносят ресурсов, но их нужно прокачивать. А их нужно прокачивать. Давай за рыбой метнись-ка. Ага. Нет, не хватает. Ну а так, вроде бы, можно сказать, и все, ребят. Этого только вот отправим, наверное. Все, да, получается. Ну, блин. Не хотел, но придется, потому что больше некого, ребята, отправлять. Все. Ну что, друзья мои, тогда на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!